В результате спецоперации, проведенной сотрудниками наркоконтроля «Главка», около одного из торговых центров Саратова, а именно на улице Большая Садовая, был задержан 34-летний житель поселка Новые Бурасы. Подозреваемый закупил крупную партию героина и собирался сбыть ее путем осуществления закладок. Однако не успел воплотить задуманное благодаря оперативным действиям полицейских. В иномарке, на которой приехал злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили 90 свертков с героином. Кроме того, были изъяты 3 готовых закладки. Всего было изъято наркотическое средство общей массы 396 граммов. По данному факту, отделом по расследованию преступлений на территории обслуживаемого отделом полиции номер 6 в составе Управления МВД России по городу Саратов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом Г, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.